our lives. We all have pain. Капишка, что ты делаешь? Тогда дал мне денег на мороженое, а я решила, как же я спокойно его буду есть, когда такая жара и вокруг столько животных, которые мучаются от голода и жажды. Капишка, ты такая странная, я уже мороженое съела. Это же и твои кошки и собаки, почему должна о них заботиться? Нет, Фатима, ты не права. Прежде всего, они создания Аллаха. Животные во много раз беззащитнее, чем мы, люди. И мы все за них ответим. Ты знаешь, есть один хадис, в котором говорится, что женщина попала в ад из-за того, что ее кошка умерла. Я не знаю. Неужели, если наша кошка умрет, мы все попадем в ад? Ты сначала послушай меня, Фатима, а я тебе объясню. В хадисе сообщается, что женщина держала кошку заперти до тех пор, пока та не умерла. Она не кормила и не поила ее, не выпускала покормиться какой-нибудь живностью на земле. И именно за этот поступок она попадет в ад. Многие считают, что не стоит обращать внимание на голодного котенка или собаку, который зацепил автомобиль, но которой еще можно помочь. А ведь причинение вреда животным и безразличие к их страданиям могут попасть в книгу деяний и занимать в ней очень много места. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Если вам будет прощено, что вы причиняете животным, то вам будет прощено многое». А что, если я случайно раздавлю муравья, это тоже будет грехом? Сестренка, в Коране есть аят, в котором говорится, что пророк Сулейман, алейхиссалям, остановил целое войско, чтобы насекомые успели спрятаться и не были раздавлены. Ты же не ходишь с войском, поэтому старайся быть аккуратней и смотри под ноги. Хорошо, Капишка, я все поняла. Уже я тоже покормлю кошечек. Давай, если каждый из нас с самого детства будет хорошо относиться к животным, то наш мир станет намного добрее, и Аллах будет нами доволен. يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني